Пошли этот самый 4 хила есть, пошли и башим трэш тогда. По кругу весь зачистим. Курики, вары, у меня к вам просьба убедительная. Вы бой начинаете с одного раскола. Почему у нас было 4 вара, а раскол только именно от моих стаков прибавляется? Что сейчас рамсы с фуриками сильно различаются по ДПС? Я не тестил пса, честно, еще. Я вот хочу, думаю, спекнуть, посмотреть. Что, присуманить? А бисеру что-то не приходил сум. Ну, типа, он был на чат. Написал, он сказал ему написать им, когда это. Но он мне пока в телеге не отписал. Сейчас после моба. Придет, я думаю. Кстати, он мне еще не ответил. Короче, если в тюрьме не застрянем, то может быть и ВК за плащами сходим. Это хорошо, это забись. Если застрянем, смотрим сейчас. А тут кто-то не был? Есть я не был. Я ее втраил только что, блядь, 4 часа рот ебал. Ну, я не был. На хиле, блять. Не, я уже тактику и бафу знаю, ебать. Ну собаку еще только вот как раз перед тем, как РТ. Собаку, ебать, чуть-чуть совсем. Тут надо две вещи. Первое, это даже три. Первое, это знать, от чего умирают люди. Второе, это смотреть на себе дебафы. Ну, вообще, не просто на себе, а видеть вообще ситуацию в рейде. ХП рейда, дебафы на других людях. Ну и третье, это нужно хороший гир. Гира у нас достаточно, чтобы все закрыть. Остаются только первые две вещи. Ну, это все упирается в аддоны. Должны быть аддоны, чтобы видеть рейд. Аддоны, что видеть дебафы на себе и на других.
Ну и, соответственно, знать все способности боссов. И реагировать. Ну, реакция. Так она будет начинать. С этой. Вы не хотите с собаки сразу начать? Да? Не, я рот ебал эту собаку. Пошла она нахуй. Это где эти рельсы, что ли? Ну, паровозы. Паровозофилия. Короче, вот на босса, к которому мы сейчас идем, здесь все просто. Самый простой босс. Тут две механики. Милики отбегают. Эти, как они называются? А все игроки отворачиваются от собаки, как на Йоксароне, на касте черепков. Так и здесь будет каст у босса, как он называется, сука, погружение во мрак. Если вы не отвернетесь, то вы получите эфир и будете бежать в эфире. Вот. И только тогда вы сможете играть персонажем, когда вас захилят 25 тысяч хила, закинут. Это как метка на Джараксусе. То есть надо захиливать. Если, ну, вообще надо вам всем отворачиваться, вот и все. Отбежать от босса это несложно. На там на 15-20 метров. Там кружок такой зеленый под боссом будет. Милики, это для вас. Ну и по диспелу. Здесь должны диспелить. Помогают все паладины. Масс диспел дает ДЦ. Вот. Ну, а захиливать АУЕ, там дамага здесь мало. И самое главное, это кидаются метки. Сколько их тут, я не помню. Или 3, блять, или 2. Ну, короче, над головой вашего персонажа появляется такая зеленая галочка. Через 4 секунды или через 3 под вами появится большое зеленое пятно, круглое такое, лужа ебаная. Вот. Можно эти лужи нести в 2, в 1 точку. Вот. Первые вы несете в звезду. Это надо увидеть. Надо увидеть, чтобы милики над своей головой смотрели, РДД смотрели. Как ваше поведение? Вот РДД, хилы, вы стоите примерно вот здесь, недалеко от звездочки. Милики тоже стоите так, чтобы вы до края стены, где звездочка расположена, успели добежать и скинуть эту ебучую лужу. Вот вы выбегаете, вас захиливают, диспелят, все нормально. Лужа появляется, вы из нее выбегаете. Когда вы бежите с этой хуйней и скидываете лужу, двойную, тройную, там, вы на себя прожимку отдаете, какую-то дубовую кожу, всякую залупу вот эту. Все, что нужно сделать, выбежать с меткой, выйти с лужи, отвернуться, отбежать от босса, диспелить и бить. Пизда нахуй. Вот и все, весь босс. Это самый простой босс здесь. Ну, насчет лута, тут консул. Пока что я не думал насчет ГП. Буду смотреть, кто персонажем чаще всего играет, так что всякие твинки там. Это имеется в виду для чарок, которые на класс. То есть апл какой-то определенный, не для общих. Все готовы, давайте пульнем этого пидора и посмотрим, что у нас получится. Блядь, где макрос у меня? На похуй на макрос. На счет 3 пуляю. 1, 2, 3. На максимальном рейнже стоим от босса, милики. Максимальный рейндж, что вы понимаете, надеюсь, да? Так, метки вышли. Даже ДБМ вешает на вас метки. Вон черепки, там вот эту всю залупу. Вот, отлично. Уже одно тело сдохло. Чему-то. Ну ладно. Отвернулись от босса. Повернулись, бьем, отбежали милики. Нормально. Справляемся вроде бы. Метки видите, да? Притон вынесли. Если вынесли, то хорошо. Свой да тоже диспельте, там кто-то, паладины, кто близко ко мне, дамаг же проходит. И хильте. А, и дайте Геру, чё? Отвернулись. Повернулись, бьем. Отбежали милики. Отбежали, бьем. Нихуя сложного. Только Акиса сдох почему-то. Рави, стрессай Акису. Сразу ему иннер, щиток. Метки выбегаете, да, надеюсь? Все просто. Все по КД одно и то же повторяется. Войда захиливайте. Отвернулись. Вот кого зафиряло там. Желе хуй знает, нахуй. Я. Первый раз видел этого человека вообще.
Отворачиваться надо, братан. Отбежали. Немножко отведу босса, если его места мало. Хотя пока нормально. Уже там минуту лежат, они исчезают потом, так что... Войда кто-то диспельте, из паладина вон равник с диспель. Дохуя вас сдохло, отвернулось. Отвернулись. Вы дохнете, я хуй пойми как нахуй. Расскажите, как вы дохнете. Мне интересно просто. А, лужи положили под рейд. А. Лужа в центре лежала, не успели прибежать. Нет, давай упадем. Давай упадем, давай еще раз. Вот я подбегаю сюда, вроде в мелизоне луж нету. Вот тут лужи есть, нормально выносите. Только дохните, как бичи. Че по диспелу? Нихуя сложного на боссе нет. Хила мало или что? Линканите хил и диспел. Рекаунт отключен. Можно выбежать, кстати. Хотя ладно, похуй, пускай убьет. Заходите в инст. Босс нихуя не сложный. Нихуя сложного на боссе нету. Так. Айновен, 9000, 8000 синтек, бисер. Че это, холик у тебя? Псин ДЦ. Акиса, что-то маловато. Цепухи ебаш. Диспел вюпсень. Айновен. Айновен, блять, не диспель. Диспель, тирарник, зукля, титикака. Титикака, не сдыхай. Этот, айновен не диспель, чисто хиль. Рейд падает, блять. Акиса больше цепух. Просто цепухи ебашишь и все. Сейчас должно быть нормально. Короче, увидели, да? Нихуя сложного нету. В этот угол налили. Наливайте там у входа. В другую сторону перебегите. Где-то туда наливайте. Милики наливайте. Просто отбегите от босса. И чтобы в мелизоне не было. Ну там нормально все. Отбегали. Вроде чистая мелизона была. Нихуя сложного нет. Самый простой босс. Жрите рыбу. Дальше веселее будет. Там тоже несложно. Так, проверка. И разливать в лужу нельзя. Вот вы там появились метки, вихри вот этот. Вот туда вовнутрь не забегайте. От этого тоже можете умереть. Да, еще у босса очень большая моделька. Милики прям очень далеко могут стоять от него бить. Чтобы отбежать от сокрушающего. На счет три. Раз, два, три. Поехали. Метки выбежали. На вас метки ставятся, блядь. Нормально. Отвернулись. Вы отбежали. Умрете. Метки. Изи. Все, главное подхиливать. Вот он молнию дал сразу. Поднять этот ямик Арес и Синтека. Сразу инером. Сразу вставай, сразу щиток. Отвернулись. Синтек не отвернулся. Я в ахуе. Вадикон. А, Вадикон лежит. Два соска друид, что ли? В... А, нет. У меня цвет сменился. Ясно, нахуй. Ну, пробуем. Можешь его немножко отвести? Там куча луж. Вот два соска. Ты тут в Диссе вообще нет? Ну, я проебал, да. Блядь, так а чё ты проебываешь, блядь? Ну. Почему я спиной стоял и один хуй меня фернул? Значит, ты повернулся полубоком, наверное, блядь. Хуй знает. Бисер сдох. Заходите в лужу, падаем. Какая-то залупа.
Че, сложно, да? Ну давай. Синтек, расскажи, как ты умер. Вадикон как умер. Сапроты перепиваете все. Доставайте сапроты, пьем все сапроты. Надеюсь, вы без быка, фласок, без ДДшных были, да? Будьте поменьше дамага получать. Вот с ними нихуя у вас не получится. Поэтому выпиваем сапроты. Столько дамага лутать, сколько лутаем. Надо поменьше лутать. Так, лужа в центре разлили. Потом резнулся под фир. Там, когда нажимаешь на босса левой кнопкой мыши, там под боссом есть полоски такие. На полосках написано заклинание, как называется. Если вам это трудно, ну, конечно, круто, когда каждый каст вам проговаривает каждую секунду, что делать. Это все замечательно, но включайте тоже свой мозг. Начинайте думать, потому что без этого, ну, я не знаю, даже дорогу, наверное, не получится перейти. Так что... Кто с вас в холике там? Бисер? Что-то у меня такое ощущение, что вам надо в 2 ДЦ играть. Давай, бисер, в ДЦ прыгай, в пизду, во 2 ДЦ. И каст масс диспелла будет быстрее. И ты не будешь вздыхать. Будет двое зубов у вас. Заебись. Будете метку выносить, когда в лужу, на себя зубы сдавайте смело. Чересайте ману. Ну, 2 ДЦ не проблема играть, в принципе. Если у вас какие-то трудности, могу поделить для вас пати. Например, Юпсень щитует 5 и 4, а бисер 1, 3 и 2. Все по кругу ебашьте. Там что не засчитованная цель какая-то, просто кто успел засчитал. Можете так разделить. И все, и будет охуенно. Так, ладно, давай пока без эсэсов еще разок. Метки, короче, сами смотрим. Я хуй буду ники произносить, это ебала полная. Сами отслеживаем. Будете разливать в мелизоне, блядь. Ну, буду хуесосить. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Он в метке. Он даже ДБМ пишет еще, блядь. Отвернулись. Отбежали. Дамажим. Метки, да? Нормально. Главное, на фулл рейд держите. Метки выбежали. Отвернулись. Отбежали. Титикака, блять, как дела у тебя? Хуёво, да? Да, мертвый. Ну, я вижу. Метки. Отвернулись. Отбежали. Места хватает вам? Метки. Отвернулись.
Сейчас сделаю вам место побольше. Сейчас будет еще с сокрушением мелики, готовьтесь. Бежали. Немножко отвел. Пол комнаты вам в распоряжение. Немножко сместите силы, чтобы танк отвернулись. Чтобы танк расставали. Вот Вюпсень, два соска, Ямика. Как дела у вас там? Да я проебал. Че вы проебали? Почему? Что это сложно, пизда просто, да? Я в ахуе. Синтек, Реса, Вюпсеня. Захиливайте там, я хуй знает. Сейчас сдохну, блядь. Ману сразу делайте. Ставь тотем, Вюпсень, гейм на ману, отвернулись. Вот. Нормально лежится вам там? Бежали. Отвернулись. Так, сейчас туда поведу, чтобы не отбегать было проще. Все, там хуйня, 7 лямов осталось. Вы не сдохните. Метки выбежали. Диспелим. Отбежали. Отвернулись. Два ляма. Даю незыбку, короче. Лям добиваем. Это самый простой босс. Так. Чё у меня там? Под 400 ИП я писал. Эти по 300, собака 400. Да. Ладно, пускай все по 400 будут. Нифига себе штанишки. Ну, на шипа. Посмотрим. А на шипа нету. Так, чего там выпало? Давай разберемся. Значит, СПД, плечо с хостой. Кому оно надо? Тыкайте там. Бисер надо тебе? Да, неплохо было. Так, синтеку надо. Вюпсень, синтек и бисер получается. Ну, кидайте ролл втроем. Какая приора одинаковая? Там по консулу я без ГП пока что. Синтек. Короче, смотри, я тебе закидываю, там смотрите уже. Кому типа более нужно, там порешайте между собой. Так, что это выпало у нас? Это какая-то шипешная хуйня выпала на шипешника. У кого из вас шипешник есть? В перспективе. Ну, у меня будет, ну, не фоши скоро. Я в ахуе. Такую хочу на себя, блядь. Короче, смотри, я тебе синтек закинул 105 СПД, которая, и аналогично такое же плечо на ваши заклинания постоянно, точнее, восполняют вам ману в размере 5% от их базового значения. Короче, раз у синтека есть те плечи, давай Вюпсень и бисер киньте ролл на вот эту хуйню. Кто выиграет по роллу, тому закину. Так, Вюпсеню закидываю. Так, древковая на мишку, кота, там хуй знает.
Ну, вар отпадает. Хант 10%. Синтек тебе надо, эта хуйня там хант хочет. Ну, коль скоро не танчишь, может ханту закинуть, как думаешь? 70 кусков. Хант, тебе сильно надо эта хуйня? Дать Мишке в спеку или тебе дать? Ну, хорошая палка мне бы заебись была. Ладно, я ханту тогда даю. Мишка, они падают часто, эти палки. У меня их на друиде уже 3 штуки или 2, блядь, лежат в банке. Но она чуть-чуть посильнее клятвы там на пару статов. Да, блядь, видишь, ты мейн хил. Если бы у нас не было бы танков, вот, а танки-то есть, видишь, и я есть, и вон там ДК есть, и Малицист есть, и Рарник, короче, танков дохуище. Если бы я каким-то играл ШПшником, там хуй знает. Так, в центральный босс, там, короче, две хуйни надо вам знать. Это древнее проклятие. ДБМ тоже, вот он у кого-то есть, он это... Из ассистов у кого-то есть, и он показывает метки. Точнее, будет там написано древнее проклятие, там на мне, блядь, и 1, 2, 3 отсчет вот этот. Все, что вам нужно понимать, показываю. Значит, вот, допустим, ромбик. И, допустим, треугольник. Вот мы позиционируемся примерно на решетке, да? У босса там есть энергия какая-то, но это забейте хуй. Короче, самая опасная хуйня на этом боссе — это дыхание. Он так крутится, и в течение 3 секунд он наносит, ну там дохуища дамага, он каждые полсекунды дамажит по 5, что ли, тысяч. Вот, и считая из этих 3 секунд, он наносит, что это, 5 на 6, 1030 или больше дамага, короче. Так, эту хуйню надо прохиливать. Как мы это будем прохиливать? Значит, всякие вот ханты, которые не хилятся, их надо хилить в приоритете. ДЦшника 2 здесь стопудово будет круто. Потом этот шаман, который в третьей пати, у тебя есть хил? Давай в этого в хила, короче, вюпсень. Так, я тебя выкину, закину, чтобы у них там два тотема было здесь на хилов. Так, 6 хилов будем пока что. По мастер аурам. Три паладина. Давайте так. Первый мастер ауру на тьму — Рарник. Второй мастер ауру на тьму — Зукля. Третий мастер ауру на тьму — Титикака. Айновен, займи ауру третью сосредоточение, будешь только с ней. А вот эти ауры... Допустим, Рарник сейчас тьму занимает, Зукля броню займи, а Титикака какую-нибудь любую там, огонь хуй знает какую хочешь. Эту хуйню надо давать на дыхание. Так, из прожимок у нас есть массакра от Хапала и моя Т4. Я, короче, дам на первое дыхание Т4, остальные надо будет стараться прохиливать. Там будет очень мощный дамаг. Чтобы выживать, нажимайте свои сейф-абилки. Например, на первое дыхание можете не нажимать ничего, а на второе отдавайте дубовую кожу, локи, этот, поглощение теней, короче, щиток этот. И можете во время дыхания покастовать похищение жизни или кинуть койл. Очень хорошая помощь будет хилам. Вот, маги, щит маны, прям, ну, нажмешь, ничего страшного не произойдет. Так, ну, ДК зеленку нажмешь, вары, я не знаю, ну, можно прыгнуть в стойку защитную на 3 секунды, чисто на дыхание, там минус 10% урона, тоже хорошая помощь будет. Ну, ханта, имею в виду, синтек надо подхилить, чтобы он не сдох. Так, насчет частицы, я вот не знаю, ну, в принципе, я больше всего буду дамага лутать, так что на мне. Это еще полбеды, значит, помимо всей этой хуйни, после 50% начнется вторая фаза босса, когда будет он кидать древнее проклятие. Древнее проклятие — это такая хуйня, вешается на 4 или на 5 игроков, или на 4, по-моему. Как это работает? Вы стоите, вот, допустим, ставлю на себя звездочку, на вас кидается эта параша, вы видите над головой такой красные циферки 3, 2, 1, вы выбегаете сюда.
Стоять вместе нельзя. Там появится кружок такой на полу. Вы увидите там, когда доведем сейчас. Он примерно вот такой радиус. Вот как игрок бегает вокруг. Он примерно вот такого радиуса. Чуть побольше, вот как я бегаю. Вот. Он появится, и из него надо выйти. Выйти почему? Потому что когда вы в нем стоите, исцеление по вам снижено на 80%. Это означает, что вы будете лутать дамаг, и вас никто никогда не захилит. Это надо понимать всем. Как с этой хуйней делать? Все, что вы должны здесь, милики, делать, это бить босса и смотреть, чтобы на вас не повешалось древнее проклятие. Если оно на вас повешалось, вы бегаете в сторону влево. Второй раз вы выбегаете вправо. Третий раз тоже либо лево, либо вправо. Потом, когда эта фаза начнется, самое главное, что нужно сделать, это встать РТДшником и миликом, и вообще всем, и танком, и хилам вообще всем. Нужно встать поближе к ближайшему к вам, вот этому круглой хуйне на полу. Но не заходить в нее. И когда на боссе будет каст погружения во мрак, это каст, там он 5 секунд длится, если в конце каста вы заходите в эту хуйню, то вас не убивает. Но там нужно прям заходить за секунду, за полторы, за две там в эту хуйню, чтобы не получить ваншот. Баблы не работают. Да, баблы не работают, глыба не работает, нихуя не работает. Только эта хуйня спасает вас. Когда каст закончился, не спешите выходить, потому что по полу еще пройдет волна такая тьмы. И, грубо говоря, зашли, каст прошел, еще и секунду считаете и выходите. С этой параши. Вся тут работа на хилах и на всем остальном рейде ответственность, что вы вот эту хуйню бублики, да, не должны разлить в одну точку, два, там, три, потому что они еще сами по себе дамажат. Там по 3000 в секунду или по 4, но это все складывается. Там еще сферы будут появляться, которые тоже дамажат там по 5000. Короче, это полное очко этот босс. Либо мы его разъебем, если будем смотреть на свои дебафы, либо мы повайпаем сейчас нахуй и просто разойдемся, блядь. Если мы этого босса убьем, пойдем собаку потраем. Сейчас, короче, популяем. Посмотрим, чё, кто как видит. Давайте. А, и еще там на первой фазе будет появляться портал, из него будет 4 моба выходить. Он в дальнюю цель от портала будет идти, эти 4 моба, и они когда дойдут до цели, они будут разливаться лужами. Там нужно просто по одной их разлить, этих мобов, вот, и просто выбежать с лужи и все, и дальше бить. На счет 3 пуляем, 1, 2, 3. Это параша, конечно, пиздец. А, еще черная хуйня на полу. Вон, видите, приближается. В ней нельзя стоять. Дал незыбку. Подбежали ближе. Теперь выбежали. Выбежали. Эта хуйня 20 тысяч дамажит, если что. Дыхание. Смотрим, как без прожимок захиливается. Ну понятно, да, что он почти шотает. Но это вот шамана не было. Вот его бы цепухи помогли. Давай пока так побьем. Шаман, вставалка есть? Вставай и тотем сразу ставь. Я понял. Так. Древнее проклятие появилось, отбежали в сторону. С черной хуйни выбегайте. Вот бублики появились, да, стоим возле них. Я от этого пидора отойду подальше. Так, дыхание, холипал массакру. Так, пока бьем.
С черной хуйни выходим. Медики на дебафы не смотрят. Некоторые. Да, да, не смотрят. Сейчас будут смотреть. Сейчас, чтобы вы увидели. Вот смотрите, каст идет, да? Идет. Вот так зашли. Прошла эта хуйня, вышли. Видите, вот то живое осталось. Остались. Молодцы. Остальные же до этого сдохли. Вот то же самое все делаем. Просто надо жить больше количества людей. Первое, это Эршаму не сдохнуть шестому хилу. Забегаем, бежим. Все, в принципе, рейд убивает. Все очень хорошо. Давай рост на 40%. Да, да, и рост с пула не даете. Да. Рост мы даем после сна 40% примерно. Самое, что основное, вам надо понимать. Вот это проклятие, дыхание точнее, оно захиливается без этого, как оно называется? Сука, ну без массейвов, вот это без незыбки, без всей этой залыпы. Просто побольше хилов надо. Ну и смотрите, чтобы эта помощь была хилам ретрики, значит, у вас есть такая хуйня в параше, вот это на моментальную флешку. Хотя бы на себя, блядь, если вы других не можете, хотя бы на себя тыкайте ее. Потом кто еще как может помочь. Ну, друиды, короче, на вас, на свое усмотрение, спокойствие сдадите. Там, на каком-нибудь дыхании, когда ближе к победному траю, типа, когда мы уже видно, что убиваем. То же самое синтек, там. Потом, кто как еще может отхилиться. Ну, кот моменталкой можешь, в принципе, целительное прикосновение в себя дать, там. Прок вот этой параши, есть проворство, блядь. Локи я уже говорил. На эту хуйню обязательно, в обязательном порядке, ложный выпад. Выставите на панель, обязательно, чтобы был. Ну, блять, остальные все должны жить. Маг щит маны, не очкуй прям нажать. Ну и хуй знает, в принципе, совы можно вам добавить еще покастовать, похилить и покровительством. Если у вас есть фреймы рейда, блять, это будет хорошей помощью хилов. Только вот это дыхание надо переживать, потому что падать на дыхание, это, ну, пизда просто. Мы под спротами живем нормально, ДПС на убийство хватает. Камни локовские возьмите. Поставьте тоже на кнопку, чтобы их сожрать, если вас не хилят. Короче, заебись. Должны ебануть этого пидора. Значит, по ССам. Ну, давай. Давай, хули, попробуем. Давай, Притон на Синтека. Юми на Ямику. Викторка на Вадикона. И так, по КД будете. Когда откажешься, так кидайте. Этот, Шаман. Вот это парашу видели все на полу? Сначала далеко появляется, потом поближе, там за 30 метров, потом 30 метров, от 30 до 10, потом от 10 до босса. Черный круг, нахуй. С него надо выйти. Ну, рейнджа примерно, вот как если решетка черная, да, примерно вот так 5 метров. Чтобы, ну, если вот так на корой будете стоять, можете дамаг получить. Там 25 тысяч урона, нахуй. Ну, ваншот. Вас не прохилят. Ну и все, короче, давайте. Еще раз посмотрим. И это, когда говорят проклятие, милики, смотрите на свои ебучие дебафы. Выбегайте с любой хуйней. Под боссом эти бублики не разливайте, которые были там, короче, насчет 3 раз, 2, 3. Поехали, ебашим. Короче, не буду незыбку на первое давать. Сейчас засчитуйте максимально всех. Посмотрим, как проживаем. Вот милики выбежали. Вот проклятие, это дыхание пошло. Мне надо падать. Да, давай упадем. Либо выбежать. Ну да, Гера не КД, так что можно и выбежать. Ни хера урон. А, дыхание что? Да. Ну вот это дыхание надо просто без прожимки прохилить. Не, ДЦ лучше. ДЦ лучше.
Не, Шама, в хиле тоже оставайся. Я, Мика, у тебя дру нормальный. Давай дополнительно в хила тоже. Давай еще поделим пати как-то между вами, чтобы вы это кастовали. Ну, допустим, что там, синтек пятую, четвертую хотаешь, а этот, Ямика, хотаешь третью, вторую пати. Первую так проживет. Чтоб полностью омоложение, там буйный рост, все, всю эту хуйню. Жрите рыбу. А, кинь меня, пожалуйста, во вторую, чтобы мне было проще хилить. Пойдет вторая, так, третья, это Ямика, да? Да-да. Закинул. И помогайте на первом же дыхании. Я типа, ну, у меня нету ДБМа, чтобы я вам сказал заранее, типа, вот сейчас через 5 секунд дыхания. Вы смотрите на босса, когда он крутится 3 секунды, и вот как он только начал оборачиваться, вы сразу начинаете сейвы приезжать, прохиливать, помогать. Потому что без помощи хилам, ну, здесь, ну, я не знаю, нахуй, настолько прожимок нету. Короче, я все-таки на первое сдам незыбку, надеюсь, откадешься до конца. Ну, это вряд ли, конечно. Блин, тяни на эти нахуй. Пизда историю, короче, из ключа. А, все, нашел. Спасибо. Да, да, ни у кого саппорта нету? Саппорт обязательно ебашьте, потому что это минус 10% урона где-то, минус 15%. Большая помощь хилам. Сколько-то есть, дайте, пожалуйста. Ты скажи кому. Два соска. Дайте ему саппорт. Там доспех какой-то нажми, который, блядь, магический какой-то там, блядь, стихии или что там, блядь, какой-то другой. Лучше меньше дай ДПС, но будь живым. Ну, если совсем хуёво, там, если щитманы отдал, там, всю хуйню на ману, там, ебани глыбу, там, не знаю, на одно дыхание, и то проще будет людям прохилить. Угу. Давайте на счёт 3. Раз, два, три. Поехали. Милики, еще смотрите, вокруг меня на 15 метров АУЕшка иногда идет, меня она в стан дает. И на дыхании можете отбегать от босса метров 10, чтобы эта АУЕшка, которая из меня идет, вас не задевала. Тоже очень много дамага по вам добавляет. Вот она сейчас на мне есть, вот по вам урон идет. Дал незыбку на дыхание. Но это под незыбкой. Плюс 15% урона. Выбегаем с черной хуйни. Шаман, наверное, чудом не сдох. Шаман, через себя цепуху кастуй и все дела. Вот дыхание, сейчас без прожибки захиливаем. Прям себя хильте. Вот вроде как-то более-менее. Вот так. Прям каждый раз старайтесь. Это дыхание самое главное, что здесь надо прохиливать. Вон мобы пошли. На меня что ли? Я понял. Сейчас я со стана выйду, отойду. Милики, сейчас я отведу. Вы немножко там сбоку бейте босса. Милики, выйдите, эта хуйня дамажит вас. Выйдите, отбегите, милики. Босс пойдет за мной не сразу. Он пока что это... Смотрите, в луже не стойте. Поднимите рейд на вку. Так. Это, давайте Геру. Фулл ДПСим. Я, короче, буду бегать от босса. Когда появится проклятие, все смотрим на свои... Проклятие вот появилось. Выбегаем. Вот, два бублика появилось. С них вышли с бубликов, чтобы вы не сдохли. Так, вон в центре бублик, там позиционируйтесь возле него. Дыхание. Сука, еле живем. На следующее дыхание, короче, Юпси на ХП будешь отдавать. Так, два соска пускай. Смотрите, проклятие, сейчас появятся бублики, секунда. Вот, с них вышли. И надо стоять возле одного бублика. Вот, смотрите, нужно сейчас зайти, заходим. Теперь быстро выходим, бисер, гимн на ХП давай, быстрее гимн на ХП давай. Уже, видишь, все подохли нахуй. Да там кольцо одновременно с кольцом, это пиздец. Что там? Надо выйти дальше. Там погружение во мрак и кольцо мрака одновременно. Что-то херня какая-то у них.
Вот эти бублики, то, что у вас двойные стоят, ну это полная параша. Ну. Побежали еще разок. 5 лямов. Может, на 30 надо давать. Да, попозже. Ну и вот эти вот тела, которые лежат, типа, допустим, там, Макс сдох, там еще одно тело лежит. Это же минус, сколько они там дают? 15-10 тысяч там ДПС. Тоже хуево. Старайтесь выживать. Ставьте кто-нибудь, ну, язык, вот какой-нибудь сейф массовый под конец. Ну, да, сейф нужен на вот это погружение. Да, на погружение. Короче, я на первую не буду сдавать, сейчас попробуйте сами прожить. На погружение дам. Но до погружения все равно, чем больше людей доживет, тем больше шансов убить. Если будет так же 2-3 тела лежать, это будет хуево. Оно слежит больше. Титикака где? Сейчас зайду. Ну еще, чтобы вы понимали, вот появляются сферы, да? Это, они дамажат вокруг себя. Они там за случайным игроком идут. Я как понял, они вроде останавливаются. Короче, старайтесь от них дальше держаться. Там хилы, РДД. Ну и бублики вот эти, самое главное. Их появляется сколько? Я первый раз видел 2. То ли они, блядь, увеличиваются, потом их 4 было. Или, короче. Не, они как-то то 5 появятся, то 2 появятся. Они непонятная херня какая-то. Да, ну, дайте, короче. Это, Локи, поставьте камни. Этот, ну... Бублики вот эти, их в одно место нельзя разливать. Там, если ДБМ типа не пишет, ну, набирайте рейндж, там хуй знает. Короче, если у кого-то ДБМ показывает, когда это проклятие висит на рейде, ну там висит 5 секунд и потом выливается этот бублик на пол. Если видите эту хуйню, говорите проклятие, там наберите рейндж, допустим. Лучше вы нальете в разные места эти бублики. И когда мы будем здесь заходить, мы не сдохнем. Мы сдыхаем именно от того, что мы заходим в 2 бублика. Нужно заходить в 1 бублик. Может, на хила какого-то МК дать? Ай, все, каску дать. На кого тогда дать? А хуй знает, кто из них там самый крутой. На Пала дай, наверное, лучше будет. Кто? Какой ник? Айнаван. Не надо, у меня бабл есть. Сэви. У тебя, кстати, 4-4, да? Ты как хилишь тут на хапале? Ты тут хилил уже или нет? Да, я все проходил. Ну, бабл не помогает. Самая нормальная тема, это когда ты этот отдаешь, как он называется, божественную эту парашу и... 4 там цели успеваешь щиток вот этот кинуть. Он... Оно еще помогает, когда люди в бублик заходят. Он вроде пока абсорб висит, пока он живет. Даже если хп мало, если от хила мало. То есть абсорб вешается полностью. Поэтому тут 2 ДЦшника вообще решают. На бубликах на этих. Ладно. Вроде чекал. На счет 3 пуляем. 1, 2, 3. Черная хуйня, видите? Ну, теперь заходим. Так. Так, вот это идеально. Вот. Если вы помогаете, как я вас спросил, то это вообще хорошо. Короче, процентах на 30, наверное, попробуем дать Геру. Ну, когда Геру дали, тоже играйте на выживаемость. Вот сейчас дыхание, захиливаемся. Локи с похищения души, жизни кастуем. Вот еле выживаем прям жестко. Так, вон мобы идут, там немножко отбеги их, разлей по одному. Лужи эти. Вот его прохилите. Дыхание смотрите.
Захиливаемся, захиливаемся. Спокойствие там, да, синтек не сдохни. Так, Вюпси не упал. Рави, стреляйся Вюпсиня быстренько, сразу ему щиток, сразу ему дай ит, приводи контур же инту добавь. Вюпсинь, гимн на ману, читай собаку, вызывай, проклятие, выбежали, рейндж между собой отбежали, секунда, вывалится бублики. 34% даем геру, с бубликов вышли. Давайте ебашим изо всех сил, все прожимки отдаем, сферы. Это самое, дыхание, вот захилил, Вюпсинь на хп. Надеюсь, поможет. Проиграл. Все, захиливаемся, сейчас еще одно дыхание прожить. Проклятие, рейндж словили. Проклятие, сейчас разольется бублики, с них сразу выходим, и скоро погружение во мрак будет, готовимся. Я готовлюсь дать незыбку. Милики бьем там, где бублика нету. Погружение во мрак, готовимся зайти, дал незыбку, заходим. Секунда прошла, выходим. И фулл ДПС добиваем, 5 лямов, вроде живых больше людей. Бисер на ХП, бисер на ХП. Все, живем, прям спокойствие даем, все себе хилим. Вроде нормально людей. Этот, проклятие, 2 секунды выльется, с вас бубликов отойдете. Выходим с бубликов и просто 3 ляма душим. Сейчас спокойствие, всю хуйню давайте. Холипал масса круга на следующее дыхание. 2 ляма. Давай масса. Нету, я ждал до этого. Ну похуй, просто живем как можем. Даю, что там, войско. Короче, живите как можете, даю войско. Сейчас попробуем дожить. Лям, да? Нет, там мало уже дамагеров. Бублики через секунду разольются, черная хуйня. Выходим. Лям, да? 900 тысяч. Ну, хильтесь. Только с бубликов надо выйти. Дикон. 900 тысяч. Не добьем, наверное. Вот, примерно так. Все то же самое, только немножко получше. Понятно, да, что делать? Вот видите, этих бубликов просто потом копится до хуища. Все падает. Вот примерно вот такая это самое. И убьем. Все, нормально проживаете. Только кто там по глупости умирал, больше не умирайте. И все, с черной хуни выходите. Прям на выживаемость играйте, добить успеем в конце. И смотрите, кто вот погружение, когда во мрак все раздуплились, как зайти в эту хуйню. Заходите, эта вспышка прошла, выходите, захиливаетесь и потом уже добиваем. Ну, там много лежало. Вот если бы человек... Там человек 8 лежало, наверное. Если бы человека 3-4 лежало или 5, там добили бы вот эти 900 тысяч. Сейчас добьем. Вроде можно убить. Все то же самое. Я не знаю, сейчас у меня получится так же все сказать вам. Ну, примерно вы понимаете, да, что зачем следует. Гимны на ХП по 5 минут, КД, это значит, сейчас у нас будет рай без гимнов. Это уже хуево. Поэтому еще лучше хилимся. Прям, не знаю, совы. Там, конечно, каз сбивается. Ну, пару покровительств дайте. Все с гимнами. КДшит катаются, когда умирают. А, с гимнами, да. ДБМ ебаный мне просто показывают. Ладно, похуй. Если гимны есть, это хорошо. Джерите рыбу. Где она там? Надо это... Сопротов будет купить. Ну, вроде почта пришла там с БЕшек. Положить сопротов и еще потом давать. Кто там забегайте, кто там не леснулся еще. Провист. Гравист, прием. Ладно, зашел или логается, понятно. А, да, не забывайте эту хуйню. Тут такой баг есть. Когда вы умираете, тело не покидайте, пока не сэвэйдился босс. Как только босс сэвэйдился, тогда уже тело покидайте, заходите в инст. Если вы будете раньше заходить в инст, когда босс еще живой, там разъебывает рейд, вас будет выкидывать с игры, будет ошибка. И из-за этого мы ждем сейчас. Так что... Там просто вечно загрузка ловит. Да, поэтому надо закрывать игру,
загружать снова лаунчер или что там, или игру запускать. Это время. У кого какой комп. Локи, юзайте эту хуйню, похищение жизни, там, ойл. Что, помогает? Должно помогать, у него захил идет. Нет, не пренебрегайте этой хуйней. Потому что лучше выжить, чем хилы охуеют вас захиливать. Ну вот, юзайте. Юми, притон тоже юзайте. Надеюсь, юзайте. Единственный вот класс, который не хилится, ну вары там не хилится, хант не хилится, роги не хилится. Ну роги ложный выпад есть, он 50% снижает ауе дамаг. Хорошая помощь хилам. Ну там немножко. Тоже вот эту хуйню вары, как оно называется, нистовое восстановление, оставьте на, когда вот вы в пончик зашли, в эту хуйню, в бублик. И выходим, да, погружение прошло, и у вас нужно прохилить. Там нажимайте вот эту хуйню. Тоже помощь хилам хорошая. Равис, ты где там? Ослабление магии, оно работает или оно только таргет-цель? Не в курсе. Держу в курсе фуриков. То есть вам, чтобы нажать эту кнопку, нужно находиться в эффекте вступления. Оно у вас не вкачано ни у кого будет. Так что можете забыть эту кнопку или нет. Вступление это еще этот есть. И это, сейчас скажу, кровавая ярость и ярость берсерка. Это два вступления еще. Ну да, точно. Вот. Еще у Ормса есть вступление. И на Ормса я знаю, там от любого крита она дропает. Где Равист, блядь? Он в Диси там вообще, нет? Мне повело в Диси. Тогда так пойдем. То есть еще лучше надо сыграть. Насчет три пуля. Раз, два, три. Это из-за моей ОЕшки нахуй такая хуйня. Поднять заклину. Ща, погоди. Да не, давай упадем. Давайте выйдем с комнаты, просто выбегайте, пока босс на мне. Вот эта хуйня, которая... У кого-то есть ДБМ, который показывает, как этот удар ебаный называется, нахуй? Таймеры. А, еще такая хуйня есть. Вон, вот видите, сферка лежит. Я про нее забыл сказать. Тотемы убрали? Вот сферки появляются... и ауешит. Если, короче, в нее зайти, то она по рейду не будет ауешить, будет по одному игроку бить. А если в нее не зайти и просто сферка висит, вот про эту хуйню забыл сказать, то она по всему рейду дамажит там по 10 тысяч, по 6 или сколько там тысяч. Да хуя, короче. Че, есть кого-то взять для ДПСера какого-то? Где-то.
У нас он какой-то Песа есть. Саняш. А, он взломание. Все. Пока кик. У нас Энг какой-то там. Да, есть он. А, перемешание. Перемешание. А Вяземский в бастионе. Это слабенький ДКшка. Давайте шкаф. И 6-7 даст. Рауста стреляют, поэтому он дал добро ему. Ну, вроде одет. Это газов... этот кто он, блядь? Ровист заходишь? Нет, он, у него фейерверки. Ну, блядь, он в Украине живет, у него стреляют. Понял. Так что он не зайдет уже все. Его. Рыбу все поели? Надо, сука, понять таймер, нахуй. Как-то, блядь. Когда он, сука, это залупу кидает, нахуй. Я сейчас включу таймер, может, потом поведет. Так не, тебе говорят, он этот. Он кидает, когда стураги набирает. Стураги? Вот эту хуйню на танка, да? Не именно на танка, который парашу кидает. Сейчас вот это покажу. Вот это омрачающий удар, нахуй. Мне надо его на него давать хотя бы на первый. Как это залупа называется? Панцирь, нахуй. Сейчас посмотрим, получится, нет. Что делать? Этот призон, короче. Ты тут был? Нет. Просто бьешь босса, когда говорят проклятие, отбегаешь. Рейндж набираешь от людей. Это. Дыхание будет. 3 секунды босс крутится вокруг. Две цепухи дай через себя. Подхилить поможешь. Так, на счет 3 буду пулять. 1, 2, 3. Вот он сейчас на 90 дал эту хуйню свою. Панцирь нажал. Вот дыхание, прохиливаемся. Давай две цепухи кастани. Ебать жестко, нахуй. Выбежали с черной парашей. Вот он опять дал, нахуй. 20 секунд периодичность, походу. Похуй ему на рагу. Дыхание захиливаемся. Еле-еле охуеть. Давай живем. На, каждые 20 секунд дает. Вот сейчас эта хуйня на мне, милики. Сейчас если дыхание будет, отбегите от босса. Вот все вроде кончилось. Захиливаемся. Сейчас эта хуйня разольется, меня милики, немножко отойдите. Блять, там 3 тела уже сдохших лежат. Немножко сбоку его бейте, этого пидора. Так, чё там? Так, Вадикон встал. Рисы реального сразу. Ямику. Синтек тогда ямику. Рисы выбежали с черной хуйни. Проклятие, смотрите. Скоро бублики разольются. Раньше между собой словите, раз из бублики с них вышли, вот 2 в мелизоне бомжи, блядь. Ямика лежит, дыхание захиливаем.
возле бубликов стоим сразу, чтобы успеть зайти в эту парашу. Рост, дай рост. Давайте Геру. Проклятие, сейчас 2 секунды разольется бублики, рейндж словите между собой. Вот бублики. Встали поближе к бублику, скоро будет эта хуйня, погружение во мрак. Ну выйди с бублика, кто ты, железный нахуй. Ты что, блядь? Дыхание. Да, короче, дал незыбку нахуй. Мне там уже дохуя падает. Погружение, вот смотрите, зашли в эту хуйню. Все, никто не зашел, всем похуй. Ну понятно, тогда падаем. У нас из-под миликов не выносят. Милики, вот кто не выносит, вы вообще не раздупляете, вам похую, ну. Короче, пару траев и просто разойдетесь. Будете учиться с пугами нахуй в десятках. Смотрите на свои ебучие дебафы. Если у вас нету представления, понятия, что происходит в рейде, скачивайте аддон, Вуду называется. Ставьте там себе все названия всех этих дебафов есть. Значит, это древнее проклятие, блядь, колодец тьмы там, или что как называется. Когда заходишь, там видно нахуй, кто с вас стоит в колодце, кто не стоит, блядь. На ком дебафы вешаются, вы все будете всю эту парашу видеть. Там ставится звук, там ставится цвет, блядь. Там видно все нахуй, ну пиздец просто. То, что вы играете и нихуя не видите, это, ну, хуй какой контент вы пройдете, блядь. Вы будете только РБК фармить, нахуй, и то, блядь, ДПС не хватит. Короче, блядь, понятно, да? Поэтому, чтобы все было хорошо, исправляйте это на следующий РТ. В ЦЛК тоже пригодится, в Гере, там, в остальных контентах. Ставьте аддоны, сука, чтобы у вас было видно рейд. Чтобы у вас было видно дебафы. Конкретно Вуду ставьте. Если кто-то не понимает, у меня вон есть видео на Ютубе. Смотрите, там все, сука, видно. Как на ладони, блядь, весь рейд. То, что выбегает, кто-нибудь. Да, железный, блядь. Стоишь в бублике, блядь, возле босса и сдыхаешь. По тебе минус 80% хила, но тебе это похуй. ДБМ от адмирала, он кричит у вас, когда на вас в бублик этот. Что надо съебаться от рейда. Короче, периодичность этого удара по танку 20 секунд, если кто танчить будет. Незыбкой можно, панцирем можно эвейдить. Первый точно надо эвейдить, потому что там на 30-й секунде было дыхание. Моя проверка. Играем на выживаемость. 3 тела сдохли. Как вы сдохли вообще? Водникон, Адреальный и Ямика. А, я забыл сказать. Вы помните, да? Там такая хуйня появляется, сферка. Давайте, сейчас кто-то со скиллованных, вот Вадикон, обращайте внимание, давай, вот я поставлю на тебя кружок, появится сфера, ты забежишь, там сова, ее видно, еще и кружок над головой, забежишь в эту хуйню и покажешь, вот все РДД, обратите внимание, Локи, там маги, Хант, значит, когда появляется сферка, в нее надо зайти, вот она такая стоит, допустим, в ромбике, я вот такой зашел, и в ней дальше дамажу. И как она исчезнет, уже заебись. Уже может там еще вторая, третья там появиться. Если в нее не зайти, нахуй, если вы будете вот так сбоку стоять, чилить, то по рейду, по всему, блять, рейду будет 5, там, 10 тысяч дамага проходить постоянно. И вкупе с этим дыханием это просто нас шотает. На счет 3 пуляем. Раз. Подожди. Чего? Раз, два, три. Вон сверка, видите, кружок зашел, вот я сейчас посмотрел. Вышли из дыхания, зашли в кружок. Так. Ямика резь его дикона. Сразу фулбаф по нему, как встанет. Каску лапу пристабав. Дыхание, захиливаемся. Бать жестко, но. Так. Это хуйня, мобы на меня идут.
дыхание захилить. Блять, завис нахуй. Великий аккуратно там лужи. Еще процентов 10 бьем, дадим Геру. Сферки, если что, отходим, сейчас боссы буду отводить. Вышли с черной хуйни. Древнее проклятие, смотрим дебафы свои. Или зоне видим. Вышли с них, вышли с них. Любсень на хп давай. Тот раз орал опять. Я говорю, нет его. Или падали бы. Проклятие, смотрите, смотрим. Разносим рейндж между собой. Атосфер отходим. Отходим вообще от босса. Его буду выводить. Так, бисер на хп еще есть. Геру, да? Геру. Да, Геру давно уже надо было. Дыхание. Захиливаем. Блять, у меня стаков не было. Погружение. Готовимся. В бублик заходим. В бублик заходим. С бублика выходим. Блять, на луже, босс, ну что это? Этот пидор, видишь, не ходит нахуй, я от него вон на 20 метров, ему вообще похуй. Если милизону будете так заливать, милики, ну типа не смотреть на свои дебафы, то такая хуета будет по КД. Это все в ваших интересах. То есть Окей. надо оно вам или нет. Так что подумайте. Ладно.